Доброго утра всем, добрые наши зрители, гости канала, новые подписчики, мои добрые волшебники и моя такая уже большая дружная семья. Сегодня 11.11.2021 года. У нашего Николая Николаевича день рождения. В этот день хотим поздравить вас, Николай Николаевич, и пожелать искренне успехов, подъема по карьерной лестнице, здоровья, потому что, я считаю, главная составляющая любого человека – это здоровье. Так как мы сами строим, ломаем в этой жизни все, и как бы мы сами можем себе строить свою жизнь, но, к сожалению, когда нет здоровья, нету всего того, что окружает нас рядом. За этот год, год нашего знакомства, вы спасли очень много наших пушистых лохматых детей, за что вам огромное-огромное искреннее спасибо. Мы вас любим, ценим, уважаем за вашу честность, искренность, за такую большую-большую душу, за простоту, наверное. И я всегда говорю, что именно вы, ветеринары, такие как вы, у вас единицы. Но вы на своем месте, вы спасаете, лечите. И именно вы, я очень часто многим говорю, что вы для меня являетесь таким самородком. Потому что за 9 лет своего спасения, к сожалению, редко встретишь людей честных, искренних и таких вот простых, наверное, как вы. С вами очень просто, легко, комфортно, но при всем при этом вы на своей работе живете. Я очень восхищаюсь вами, мы вообще все ваши такие вот большие фанаты вашего дела. Вы огромный-огромный молодец у нас. Поэтому с днем рождения вас, счастья, здоровья, любви, всех благ. И, конечно же, даже если когда-то вы будете великим, я всегда прошу людей оставаться людьми. То есть не терять своих хороших человеческих качеств. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных приюта «Твори добро» Наталья и вся ее команда. Мы все, гости, подписчики, поздравляем вас с вашим днем рождения.